не найдется. Поэтому навряд ли, я думаю. Короче, со своим ходим. А класс какой у тебя там? У меня вар 232, там фурик и протовар. Ну, короче, в 2 по Москве. И завтра мы просто с анролом будем собирать там. Вот. Кару, да? Ага. О, 2 часа. А меня возьмут хоть? Я просто... Чего не возьмут? Ну там берут обычно 250, по-моему, сколько, 240. Да ну нафиг. Там если шмотки 240-ые. Тут на гер собирают. А то интересно, что там. Я так-то был, но давно, там, много лет назад, просто по фану на Личе. А тут-то переделанное все. Интересно, как что работает. Да там фигня. Простой. Просто манекены. РТ-то будет? Будет. Будет, будет. Ну, там не привет, охрана. И... Ну не просто привет, я ради этого РТ пропустил ссылка 25. А, все. Ты же знаешь, что у нас всегда в это время РТ. Ну просто я смотрю, Мелькора нет в сети. Вот и думаю. Ну, у него сегодня очень важная встреча. Его не будет, другой соберет. А так и должно быть, что вот эти камни на 20 РП, они по 70 голд стоят. Да. Там же на 30 дороже стоит. На 30 у меня таких сумм нету. Там же этот сердолик, да, самый ходовой. Я как-то давно да? Выбил один в РБК и продал. Что-то за... не помню за сколько, но пару косарей. Варом сердолик вообще нельзя продавать. Да ладно, я продаю другие, думаю, мне нафиг не нужен. Не, ну локом-то и я продаю.
Вечер добрый. Добрый. Да. Вы собираетесь куда? Сейчас начну. Окей. Я вовремя, значит. Еще 10 минут целых. А в мешке у магика что там падает? Камни? Где? В мешке, да. Мешочек. Ниже так в РБК, что ли? Ну да. Всем здрасте. Здравствуйте. Здорово. Ого, сколько вас тут? Вы ясно, 13 человек. Чего это вы здесь все делаете-то? РТ, что ли, ждете? Естественно. Что-то у меня лаунчер тупит. Ого. Опять обнова. Так, ну в принципе можно потихоньку начинать собираться. Ну, если все сидят просто и ждут, то можно... Просто в пати пока. Можно? Собраться? Привет, Микор. Привет. Можно мне ассиста потом сразу же? Я еще двух челиков добавлю. Перезагрузите-ка. Блять. Сейчас у меня ноут обновляется. Да, там какая-то обновка была, походу. Не, у меня ноутбук просто. А. Не лаунчер, а сам ноут. У меня еще не лаунчер обновлялся. Ну, у меня тоже кое-какую загрузку он скачал. Че, кого ты там добавить хочешь, Настя? Да, одного друга и второго тоже. Ну, один, который хотел гильдию, а другой просто так. Который гильдию хотел, куда вчера этот Варта пропал? Пал, там-то, Варта. Это не тот, который ИК прошел? Нет, ИК это вообще, по-моему, другой человек. Эх, ну сейчас, Вован скоро должен зайти. Минут, наверное, 20 назад он от меня выехал. Минут 40 ему там ехать. Чё говоришь? Как вчера говорил, что ли? Ну нет. Ну я тебе говорю, он меня сейчас до дома довез, и вот минут 20 назад он выехал. Минут 40 ему показал навигатор ехать. Здрасте. Здорово. Здрасте. Здорово. Юристикова, Алексей. Скорее всего, у кого-нибудь да есть. Ну чё, как гремите? Тишина. Не, а чё у нас так много-то в РК? Кто-нибудь мне расскажет, откуда столько людей-то? Можно инвайт в этот РК? Вчера же набрали. С какой-то гильдии там все ливнули и к нам перешли. Ты пьяный вчера всех собирал, кого только смог, блядь.
Сегодня спрашивают, откуда кто взялся. Да ладно, кого я там собирал-то? Ты мне доплачивал там? А чё, может тоже к вам в гильдию перейти? Вы хоть в РК сидите. Да мы и статик пытаемся собрать, переходить. Привет, привет всем, ребята, есть да, это, да, может, да. Может кто в РК добавить меня? Ну, Эдкинс. Есть чат, чуть позже. Да, чуть попозже появится. То есть телефона хотел зайти, не получилось. Ну это. Чего? Ты уже собираешь, говорю, плюс дать? Да ничего еще не собираю, у меня ноутбук перезагружается, обновление устанавливает. Пойду тогда покурю пока. Тогда успею. Ты, конечно, успеешь, пока он мне перезагрузится, пока что. Еще 5 минут есть. Там еще Вова где-то путешествует. Ну, а вот утром, ну, он долетел до меня минут за 10, а вечером, видишь, там пробки начинаются. Он же, получается, живет туда, на выезд из Москвы. Ну, хотя сейчас четверг, блядь, может, из города никто особо не валит. Пил, короче, себе еды на РП, зелье на РП. Круто. Так еду-то мог бы и не покупать. Я ее готовить-то умею. Реагенты дешевле, чем хавка. Тут скорее всего. 260 голд, короче. Сочное мясо и дорога. Сколько? Стак? Да, 20 штук. 20 штук, весь 40 голд. Так. Так, сейчас я посчитаю. 100, 200. А, ну да, купить, возможно, проще. Ну там этот. Упаковка со специями и приправами дорогая. Ну, если ее не фармить самому. Там можно дейлики просто делать кулинарные в Долоране раз в сутки. И этот вот мешочек коричневый, в который в самом конце вот его покупаешь. Потом просто. Нафармили мясо, мне дали, я вам сделал еду, все. Нахер вам тратиться. У меня вся хавка есть, для всех вообще. Вот скажите, вот я сейчас в какой-то гильдии нахожусь, она называется Forgotten Heroes. Ну, я не знаю, какие гильдии хорошие, какие нет. Вот просто с вами ходил, в рейд с ними еще не ходил. Может тогда к вам вступить в гильдию? Ну, вдруг хочешь, вступай. Тут никто ж не против. Сейчас. Набираем людей на статик. То есть сейчас будет. У нас основное сборище, я так понял, будет в субботу обсуждение там всех этих вопросов. А сегодня у нас типа лайтовые РТ. А сегодня, да, у нас просто охота на чудовищ, по-быстренькому закрыли и легли все спать спокойно. Сегодня все как по плану, как вот у нас есть четверг. Ну, опять же, и время РТ, тоже все пересмотрим, там, кому как будет удобней. Привет. Может, и по дням там поменяемся. Здрасте. Как-то. Антоха, опять же, не ждали уже? Сейчас можете, можете принять, да? Ну, если сейчас ливну, стойки день. Ну, да, там Серега-то вроде как онлайн. Я не знаю, я просто только вот сейчас. Ноут у меня загрузился, пока еще Wi-Fi он найти не может. Сейчас, минут через 10, может, зайду. Не, а зайдешь, Евгений? Напиши. Так вы что, меня ждали, нет? Конечно, ждали. Конечно. Давай, я нашей голды попал. Кому написать там? Пацан, в РК напиши в чате. Я добавлю. Я специально в половину зашел, чтобы меня бомбить не начало раньше времени.
Ну что за хуйня теперь Wi-Fi не видит, блядь. Ёбаный стыд. Не, если серьезно, 3 раза игру скачивал заново. Здрасте всем. Здорово. Антоха, привет. Привет. Привет, привет. А кто знает это? Алицит нужен на 20 скорости камень, который? Ну, алицит 30 к скорости. 30, да. Да, пока алицита нет. Мне хотя бы 2 20-ки сделать. А, ну там этот просто, как он там, ну желтый этот янтарь, заготовку там за ЛД, да, покупаешь и все, плюс 20 скорости тебе может сделать. Я как раз пришел к рейду, давайте платим. Любой да ювелир. Пока не собирают, пару минут подождут. Там еще где-то Вова ездит. Ездить. Куда он-то поехал? На полной скорости, мчится домой. Чи по бабам, как обычно, шатался, блядь. А нам будет затирать. Вот дела, работа, блядь, туда-сюда. А ювелиры-то есть у нас? Да есть полгильды ювелиров. Все бедные. Всем надо денег и камней, блядь. Да-да-да. Мне сердолики давай. Это самое сердолики. Денег в придачу, да? Ну, ну ладно, раздуплился так. Ну вот у меня сейчас зайду. Ладно, я на РТ поймаю кого-нибудь. Да сейчас я зайду в игру, сделаю тебе камень. 2. Да хуй 3. С веревкой. И тазик с гипсом. Наверняка уже, блин. Что получается, вы сейчас пока их будете проходить, можно какой-то РБК сходить-то побегать, да? Почему? У нас сейчас будет Грул, потом Магик, потом ИГ-25. А, ну только я могу тогда сразу... Все. Все быстро по фану пробежали. А Оню. Оню по десяткам можете сами разбираться. На Оню 25 никто не пойдет. Нахуй это нужен геморрой. Я пойду. Да нахуй она нужна. Ну посмотрим по настроению. Ну, 17 человек в онлайне сейчас только. А что первым будет? Оня 25. И разбережайся. Магик, ИГ-25. На ней закончится РТ. И нихуя себе, один человек уже в онлайне. Подписано сколько. Че там, Вовка сегодня будет, нет? Да будет, будет. Только кто же нас релить будет, блядь? 25-ки обычно. А ты будешь. А целых 18 человек подписано. Это... Вот, кстати говоря, Вадим у нас есть. Видите, в РК сидит. Вот да, это да, будет теперь основным моралом. Вовка отходит от дел потихоньку. Вовка, ну, Вовка начинает заниматься танком. Ой, магом. С танков лазит. Потихоньку. Это... А кто танчить будет? Ну так ты. Плюс еще у нас есть райдер. Я еще не готов. Я еще маленький. Для обычек ты готов спокойно. Нормально все. Месяцы. 232 затанчит обычки? Бар. Нет. Ну блин, может и затанчит. Просто сейчас дяди большие пойдут. То есть нужен нормальный танк. Куда все вам? Не затанчит, честно скажу. Ну если просто в рейде будут 50+, то ты агро даже не удержишь. Нет, если будут стоять рядом, зайдет... там пару этих
рок и 4 ханта, блядь, напуливать, вот тогда все нормально будет. Еще 4 хила будут стоять рядом тебя хилить, нахуй. Тогда все получится. Вован, считай, сейчас на мага пройдет, там пиздец будет. Да, сходим. Я думаю, да, в выходные там сходим в десяточку. Так, только опять не раньше по восьмого. Ой, то вы опять там с утра пойдете. То есть, ну, надо фурика одевать, да, я так понял, в перспективе. Ну, там... Надо фурика одевать. В перспективе танки. Танки, хилы. Ну, да. Я вот это... Обращение у меня к одетым ребятам, которые более-менее одеты. Не сливайте там эти КД, блядь, в первые два дня. Старайтесь с гильдией. Там все равно еще времени целая неделя, блядь. Этих персов дохуя там, твинов и все такое. Возможностей сходить тоже много. Старайтесь с гильдией все закрывать. Потому что там есть у нас неодетые люди. Хотя бы основой. Да, да. Хотя бы основой тогда только с гильдией ходите. А то, блядь, я вот сколько раз помню, нахуй, первые два дня все позакрывали, блядь, и всю неделю сидят, смотрят, нахуй, на всех. Остальных, как ну, они... Ну, еще делать? А остальные полнедели можно десятку закрывать. Целка. Ну, вы основы оставляйте для гильдии, а твинами там, ну, закрывайте, что хотите. Но, что мне говорю, тогда сейчас... делать, блядь? В субботу вот заходи, пообщаемся. В субботу сейчас будет у нас большое собрание, и все актуальные вопросы, вы пока их подготовьте, обдумайте, и будем все это сидеть и решать. Можно заранее задать? Погоди, когда мы в ЦЛК пойдем, тогда если будем обсуждать. У меня только один вопрос. Можно сейчас задать? Нет. Да, да, да. Надеюсь на быстрый ответ. Что нет. Появилось раньше, яйцо или курица? Данчик появился раньше них. А может кто-то заметку заполнить? Вот меня взяли в гильдию. Да, говори. Я там написал в РК, он может скопировать из РК. Окей. Нихуя себе человек онлайн. Хорошо, я не видел твой ник, а то я, блядь, люблю заметки заполнить. Здорово, кого не видел. Привет. Здорово. Так, ладно, что, начинаем потихоньку, да? Сейчас. Начинай пока собирать все. Куна, первая будет вообще. Блять, Фетра, да успокойся, ты ебан, у меня только, блядь, персонаж прогрузился. Ты уже мне написала 16 сообщений. Если у нас сегодня онлайн. Ты что, ебнулись? Сейчас будет. Все собрались. Ебануться, бля. Вы чё, блять, вы хотите гильду поднять, что ли? Скорее? Нет, 25-ю, знаете, делать. Вы гоните, ребята. Я тут уже... Я сейчас еще и твинами во втором окне зайду, чтобы было 25. К логову Грула уже подлетаю. Сейчас трэш тут почищу, пацаны, для вас. Да можешь сразу и всех ёбнуть, только ласта оставь. Ладно, так. Итого, сколько нас тут? 15, блядь. Так, короче, я... Да я чисто, пожалуйста. Да ёб вашу мать, я сейчас выключу нахер РК и все. Фетра, успокойся, ради Христа тебя прошу, а? Помолчи, пожалуйста, минутку, блядь. Я встал в 6 утра, только что приехал с работы, я заебался. Успокойся, я тебя слышу. Дай мне с мыслями собраться. Блять, она 18 раз уже это сказала. У меня, блядь, еще ноут не прогрузился. Она уже... Антоха был добрый. А сегодня он с похмелья, блядь, походу. Во-во-во, блядь. Так, все, я тогда все Т4 буду ролить. Пароль на меня, пожалуйста. Нахуй, правда, не знаю. Я на танк-спек буду ролить. Так, короче, кто был подписан, тому пасть я кинул. Дальше. Кто в гильде и кто еще не в рейде? Плюсик в чат. А, вообще, погодите, плюсик в чат, нахуй.
Кто у нас танки, кто хилы, блядь. Так, хилы. Хил сюда. Хил сюда. На ку... Так, на Курина пойдет ДДшником. Так. И ты пока иди сюда. Рога сюда. Так. Ты у нас танк. Вот это вот Кимасуа. Это танка может пойти, да? Смотри в заметках там, что у них. Так. Это, Костян, давай я тебя поставлю пока хилом, ладно? А там, если что... Ставь, ставь, не ставь. Это же не наш или... бар. Не наш. А, моногами? Ну, моногами. А, так, все. Приз, все. Приз есть, короче. Кто еще хилы? Давайте. Кто еще? У кого хилу? Спек хила. Я хил, я в рейд написал сейвей, про меня забыл. Ну, я кинул просто тем, кто это. Смотри. Прикинь в пятую пати. И так. На Курина кто-то там пал, по-моему, Холли пал. Ну, он Холли пал, но может быть и у него же основа не Холли. Если мы в обучку идем, там ДПС хватит, пускай прокидывают. Да у него хил 168-й. Да, а не, это я шмот оставляю. Понял. 230-й почти, 228-й. Так, ман ногами, чё шепчет? Сайвэй хил. Ну, блин, а, тоже, да? Тоже да. Хил, ещё один ДЦ. Ладно. А, ребят, кстати, пока такой онлайн у нас нормальный, маленькая просьба насчёт банка. Там все расписано, в какие ячейки куда бросать. Хотя бы просто кидайте в правильные ячейки, а раскидывать я уже сам буду. Спасибо. Так, теперь. Так, вот теперь. Давайте, кого я еще не взял, кидайте плюсик. Мне кажется, лучше написать, они не поймут нигде. Что написать? Ну, кто в РК-то есть и кого еще не взял, кто хочет в рейд, пусть плюсанет, я возьму. Блин, башка сейчас разломается. Так, а ну... Никто не плюсует. Ну, значит, все. Те, кто был приглашен, ну, те, кто был подписан, те здесь. Не так для массовки. Так, а вообще вот так надо сделать, наверное. Так, Вадим, ты здесь, да, слышишь? Да. Да, рылить будешь ты сегодня. Ты ж уже был там? Был. Все, да, отлично. Все, начитал, посмотрел, что-то как. Так, одно место мы оставляем под Вавана для ДДшника. Тогда нам остается 4 хила, я думаю, справится. Один ДД, да, можно танков. Еще одного танка, наверное. Еще одного танка, и можно 4 ДД. Не, главное, чтобы Настюха на ИК успела. И, блядь, одеться надо. А где эта новенькая девочка, которую ты... Она была сегодня целый день, вон, до вечера. До какого до вечера? До часов 3 точно, мы до 2 сидели. Ну, она пойдет на РТ-то, нет? Она сказала, если успеет освободить, то пойдет. Ну, я сказал, тебе Грул Магик не столь важен, тебе главное ИК, ну, на ИК успеть. Надо, короче, по-любому еще одного. Ну, сейчас это. Так, Вадим, смотри. Одно место оставляешь под Вовку, под мага братова. И добирай остальных по своему усмотрению. Я так думаю, надо паладинов парочку. Нахуй. Можно еще одного танка, чтобы было 3, чтобы было все хорошо. Одного танка надо сильного, мощного, чтобы он держал меня и Вована. Комедианта еще тоже надо, наверное, удерживать, блядь. Кстати говоря, а где ты? Что-то я не вижу комедианта. Он на работу. Его вызвали, он не сможет. Бля, а ну вот и второй паладин сейчас. Ну, бля, хуёво. Блин, я, слышишь, я престом, так допустим, я могу в любой момент сходить для закрытия по самой квест, я не к спеху. Если надо танк, я зайду своим Мишкой 248.
Я просто... Ну, а ты удержишь? А вычитай... Давай держи, что не выдержишь. Ну, Вован сейчас будет туда нахуяривать в соло-цель, блядь. Я 245-м... Слышь, я 245-м медведем локо держал в гере. Это маг еще и подорванный. Он такого выдает, блядь. И он на Тоха тоже. И как даст... Давай, да я бы лучше это паладинчика взять, чтобы хоть пару бафов было от палов. Короче, это. Будет паладин, будет сова и будет два мага. Все, вот так. Потому что у нас потом надо будет типа в ренже держать, особо миликов много не надо набирать, потому что там стаки будет. Плюс АТшник хороший, который будет там. Все, а оставляешь под Вована. Одно место под Вована. Это маг. Это маг. А остальных добирай по усмотрению. Сейчас доберу. И вообще на следующее... А, я потом свои события удалю тогда, на четверг, и создашь уже ты их, ну, чтобы ты просто добрый. Пришел, на кнопочку нажал, все залетели к тебе в патче. Окей, у нас это Unroll один на гильдию, да, пишем? Сумка еще. Сумка, пиши сумка плюс один Unroll на гильдию. На выбор. То есть заранее мы, ХЗ, сейчас в гильдии раскинем ролл и посмотрим. Да, один на гильдию, то есть по приоритету, что надо для гильдии. Ну да, я так и написал. Сумка плюс один ролл. А по шмоту потом, когда будет что-то падать, там это, просто будете плюсовать там в гичат. Только в гичат, потихоньку, чтобы мы тоже там подраливали, если что, вам отдадим. Ну, то маленьких. Так, сори, нет, зубы только что важное пропустил. Чем мы в первое куда идем, куда ползти-то? Гру. Окей. Где он находится? Астрал Глория. В Клоаку он находится, ёпкость. Все, ништяк, я. Вот человек давно не играл, ебать. Не, я заранее спрашиваю, поэтому я знаю, что я долго буду добираться. Почему не там? Так что, Антоха, за танка заходить или идти прислон? Ну там Вадим сейчас решит. Не, нормально, все, оставайся прислон. Блядь, я попал под город, блядь. Чё-то я очкую. Ну, а из-под города там есть портал «Выжженные земли». Прям ты рядышком нажимаешь этот, в этот портал да прыгаешь. Сейчас засумоним, нам еще один нужен. Сейчас я резнусь, тут меня убивали. Сейчас я помогу. Ура, я выжжен их земля. Ну вот, беги теперь в большой портал. Пошли сразу в это, в данчике. Теперь я доскочу на коне куда угодно. Ну ладно, ладно, на, все, на коне заебешься. Ну, давай, иду я куда идти-то, все. И лети в Острогорье. Да не лети, сейчас мы тебя присумоним. Блять, как долго. Фильм можно снимать, спасти рядового сандаля, блядь. А куда мы сегодня идем? Стоик и Гру? Гру, маги, Ик. Кто и может... Брис, давай в этот, в данж. Потом, если что, на крайняк две десятки разобьемся и третью доберем на Они. Так, пойду я курну пару минут. Варкила тоже потом суманете я курить. Блять, а я мог бы... А не, у нас есть вроде рога один. А то бы я рогой мог бы сходить. Так, у нас сейчас два танка, да? Еще раз спрашиваю, у нас два танка сейчас вроде? Нет, хрен так, пока один. Теперь два. Ну Вовку ждем, он же кем пойдет, или магом, или танком. Протвар 270 и ретрик 260, может спекнуться в танк, который 260. Пойдет. Маг 270-й под Вову одно место и сейчас еще РДДшника доберем.
тут. Ого. Кто-то заглючил. Лёха. Да я Вовке звонил. Сейчас он, короче, через 10 минут будет. Он к дому уже подъезжает. Вот, одно место под него оставляем. В принципе, ну, ровно в 9 начнем. Он сейчас домой заходит, Антох сразу в игру. Да. Антох, который не Меликор. Я просто Антох, вот твой ник вот этот, блядь, Фуего да-да, блядь, я выговаривать никак не хочу, нахуй. Я сам его не выговариваю. Вот, этот, как ее, встретил в Долоране Карочку, нахуй. Она, ну, стоял там, что-то шевелилась маленько, блядь. Я подошел, ей воздушный поцелуй сделал, и она впала в ступор. Встретила призрака, блядь. Писала она тебе, нет? Нихуя, я прям в ступор впала и все, блядь. Ну, может, у нее, как обычно, там комп завис, но хуй знает. Выглядело смешно. Ну да, да. О, я что-то не понял, а какой там левел падает вот здесь, с Грула, с Королем Алгара? 245. А, это надо героик нажать в Атлас Луте, да? Там тело гречки, так. Печать. Так, это Охотное Чудовище все взяли, никто не забыл? А, у меня нету этого квеста, я не знаю, где брать. Долоране, чтобы взять, надо сделать цепочку квестов с Каражани. Я не был в Каражане еще ни разу, так что в следующий раз, наверное. Тебе этот квест просто цепочку надо делать. Значит. Ну завтра, вот говорят, там 2 часа. Нудная цепочка там. Надо. Ну что, там задолбаешь обеять. Квестики это делать, Каражане. Да ладно, Чё вот в этой игре делать, блядь? Вот ты сходил в Инст, нахуй. Вот и делай квесты там, блядь, фарми золото, чё-то ещё там. Я завтра поведу людей в Каражан, там кто в гильдии будет. Но я в основном пойду на погибель. Там батюшка, надо выбить. Я лечу к вам, но меня враги пытаются перехватить вон там. 2 часа, я не знаю, в календаре создал события, видно, не видно оно. Угу, все гляну. Завтра рабочий день. Ничего. Почему в 2 часа? А у меня нет функции создать события для гильдии, допустим. Не видно. Просто создать события. Ребят, честно вам скажу, нас тут процентов, ну, 70 это точно, взрослых людей, которые работают, и все такие дела, блядь, это значит вечер после 6 это как минимум. Это понятно, я ж ничего не говорю, я просто для тех, кто будет. Там кому-то вот сегодня мне человек написал, ему там надо перчатки для кости. Не, перчатки. Вот. Он сможет, допустим. Настя вот новенькая, Эрдру, ей посох надо с погибель. Она ходит с РБК, блин, до сих пор с посохом. Там еще кому-то тоже что-то надо, кто-то тоже посох написал. Где-то с этой с Грула Магика, по-моему, что-то падает. Она не сможет, вот я же сейчас залез в контакт, она написала, она говорит, я не успеваю, я только сейчас выезжаю, а ей добираться потом сейчас. Хусин, потом еще собирать Грул Магик, например, свинами, я Локом еще пойду, могу я собрать, если надо. Видишь, человеку завтра в 5 утра вставать, поэтому он сказал, я приеду, сразу спать лягу, завтра уже скажу. Я не думаю, что сегодня я буду еще раз идти туда. Да, Антох. Блин, квесты-то сегодня обновились, поэтому я думаю, еще за неделю не раз сходим. Я Вове еще напомню. Мне, блядь, все-таки надо выбить этому, как его, блядь, у меня жулик-то. Плечо, во. Т4. Конечно. Леха, ты помнишь, когда мы ходили Грул Магик с зайчиком? С зайчиком ходили. Грул Магик. Я еще эрелил пьяный. Я вспомнил прямо. Ты всегда эрелил, когда я просил. Я помню, ты все время не любил танчить и эрелить. А я тебя склонял в то время к этому, блядь. Вова еще меня тихо не любил, блядь. Потому что мне тоже, когда что-нибудь надо было. Вова, пойдем, блядь. Так, Вадим, ты паладина, да, ищешь сейчас? Да, ретрик нужен с пеком в танк.
Ну все, займись. Сейчас говорю, я танчить не буду. Будешь? Нет. А. Нет. Уже решено. Сандали, тебе зубы нужны в груле? Что такое? Что тут за твоё страшное, блядь? Честно скажу, мне, наверное, когда... ничего не надо. Знаешь, он когда просто сказал, Сандалик, тебе нужны зубы, я думал, он тебя сейчас занозит, блядь. А потом с грулью, блядь. Я сразу не понял. Это ретрики танки, его потом нужно будет поменять. Он только на один инст. Но, в принципе, хочешь, тут только хорошо. Тут два танка. Да магик, он же там этот, похуй. Магик, какого, блядь? Где два танка? Один танк вообще очки. Пойдем в 24 души и так задавим. Да, блядь, ну да, там походу появится чай. Ну, можем дойти, сейчас трэш убить и подождем Вована. Че, 5 минут, что ли? Падлу подождать. А, ну вот, тем более, пойдем трэш так хуя. Антон, давай, знаешь как, Мелькор, сделаем. Сейчас трэш вынесем, дойдем до этих, до чуваков, и ты ему звякнешь. Я ему только что звонил, с ним разговаривал. Все, он заходит домой. А, ну, Павлов, раскидайте каски, кулаки. Не помню же каски, а нормальные. Это дает у нас апофеоз. Он всем каски дает, а накуренная кулаки МП5 по приоритету. Пристава, Маг, МК раскинь. И тотемы не забывайте ставить. Танчит у нас три танка, это Апофилс, потом Диадарка и Мелькорн. Мелькорн, да, танк? Да схуя ли я танка, я ДТР. А кто танк? Кто у нас танком? Вот друид. Маркия. Кексик. Потом, насколько я понял, Кимасуа и вот Паладин. И Баркил тоже. А, Кимасуа тоже? Нихуя. А вот тут Вара не убьет 232-го. Кимасума спекайся в этого. ДД. Вы подходите. Танк, я 248-й. Нормально. На одного босса тебя поставят. Кимасума, пусть спекнется в ДД, пусть ДДшит. Что? Нифига. Ну потому что там танки, они по профит не будут, то есть 100%. Так, РК дали всем? Да, я вижу скин. Вы что, с РК идем? Пока 22 человека. Напиши, кто не в РК, тут не ролит. Не, ну тут не обязательно. Напиши вот так. Если вы не в РК, и вы затупили, умерли или что еще, какая-нибудь тупость, то тогда без ролла. Ну, вот так. Просто можно и без РК ходить. Я сколько сюда ходил без РК. Нихуя там страшно. Ну, еще один шанс людей отдать 4. А, в общем, у нас паладин будет танчить этого Молгара по двери. Отдай ему трех. Пускай он троих забирает. Он жирный танк. Давай. Левых трех. Левых трех пускай забирает. Две минуточки. А Диадарка, Вару лучше будет массу держать, потому что мастан все дерьмо вот это. Пускай троих забирает от паладина. Подождите секунду. Тихо, тишина. Вадим, сделай сообщение в рейд там. Перекур, ты, я не знаю, там 3-5 минут поставь, пусть там сходят, пописывают, покурят. Вовку сейчас дождемся и пойдем. Рыба будет. Пойдем сразу, блядь, на все три места, чтобы не было через каждого босса, там не нужно поссать, поесть, блядь, там, покурить. Сейчас все накурились, обкурились и пошли. Бля, лут поставь, не забудь лут. Блин, сейчас я тебе дам ответственность за добычу. Сейчас где-то там у меня. Так, блядь. Вот, так. Что назначить главным танком, запомнить цель? Да на тебе лидера вообще нахуй. А, я тебе не могу уже назначить лидера, да? Чё, да, рыбу поставлю, хавайте рыбу. Я могу тебя исключить. Рано, если рыбу ставить. Да пофигу, сейчас пускай идёт.
назначить танком, назначить наводчиком. А где тебе отдать там этот шмот, блядь? А, назначить ответственность за лут. Да нет у меня этого, я почему-то не могу. Я тебе говорю, я могу тебя назначить танком главным, наводчиком и исключить. Исключай нахуй. Да. А лидера не можешь дать, типа? Или лидера? Вот, блин, ну не могу, вот я на правую мышку нажимаю, и нет у меня такого. А, разжалок у меня. Антон, релогнись, оно бывает, багается, релогнись просто. Попробуй сначала разжаловать, может потом появится. А как? А разжаловать тоже у меня нет такого. Запомни цель, назначить главным танком, назначить наводчиком, исключить отмена, все. Да, да, еще щитбок в коражане. Неправильный ответ. Попробуй передать игрокам. Сначала изменить добычу, то есть добычу распределяют, поставить ответственного за добычу, и потом уже будет назначить ответственного. А то групп лут, скорее всего, стоит. Сейчас релогнусь, посмотрим. Ребят, а мы рогу с гильдии не возьмем? Ну, одно место осталось только. Под человека, который сейчас зайдет в игру. А, в гильдию? Да, в гильдии рога просится в хвате. Ну, блин, а кого мы исключим тогда? Ну, конечно. Если еще есть под хилоу. Четыре хилла не захилились, это ж не герб. Ну, захилились. Осталось одно место, оно занято. Сейчас Вов зайдет в игру. Понятно. Протоу зашел в игру, все, вот я его сейчас беру. Да-да-да, я с вами, так. Здравствуйте всем. Привет, здорово. Так, все. Здорово. Привет. Уку. Так, блядь, нихуя. Блядь. А, вот. Распределение добычи поменяй, чтобы это... Да сейчас. Вон я Вовке лидера отдам и все. Ему я почему-то могу отдать. Тебе нихуя. Не знаю почему. Потому что у меня ассист висит. Ага, тебе что там на меткость, да, надо было два камня? На скорость. Так, Вадим, что ты будешь добычу распределять или что? Давай, мне без разницы, можешь сам. Все, окей, давай, ты распределяй. Давай обмен опять. О, жри рыбу, сейчас попадет. Кушайте. Рыбу давай. Не тому дал. Блять. Солбро, первый опять. А кому? А, Солбро. Все. Так, я же на бар делаю, смотрите, кому что не хватает. Посмотри. Так, секунду, подождите, у меня... Одну секунду. Да, конечно. Если не готовы, то просто не линии нажмите. Все, прогрузилось, все зашли. Так, сандали, пламя запята. В общем, тактика простая, у нас паладин, который у нас протик, будет держать все-таки Малгара, на нем меточка типа печенька, держать будет его около двери. А остальные танки, это получается медведь, и вар хватает всю остальную пачку. Начинаем заболевать сначала черепочек, все. Потом получается, когда мы всех убьем, вот этих четверых маленьких, мы пойдем бить Малгара. А к Малгару милики внимательно смотрим, у него есть вихрь, в это время нужно будет отбегать. Хилл, давайте посадим Фетру. Фетру будет следить у нас за паладином, чтобы он не просел. Паладин сам себя сейвишь тоже, танк, который. РЧ еще раз на баф, на пол. Сначала идут танки, пуляют, даем агротайм. Где-то, не знаю, то секунды 3-4, потом весь рейд врывается. Так, все, я понял. Пламя запада. Возьмите все фокус черепок, ждем, пламя запада нету. Друг. Кто там что говорит? Пламя запада нету, пламя запада. Еще раз. Делаю проверку. Он танк? Нет. ДД. А, все, он пришел. Все, пуляем. Танки пошли. Только танки. А, во. Только танки ради стоит. Даем на пул. Забирай еще тех левых двух.
Идем. По черепу. А как меня так сюда? Так, идем. Петра, дай БР, помогу. Петра, БР, помогу. Череп сливаем, потом сразу же в эту деньгу. Болгару никто не подходит, сразу умрете. Квадрат сливаем. Да, блядь, почему он на мне висит? Агроди держим. Ты на пул сделали. На пул повару. Третья пати. Диадарка. Бьем. Друид, подводи сюда. Крест играем. Бар, держи агро. Крест напуливаем. Все играем только по кресту. Всем советую поставить, там, если кто не в курсе был, в настройках можно типа агронабор, и там будет у вас показано в процентах, чтобы не срывать игру. Потом бьем ромби. Потом сандаль повешиваешь на фетру СС, МРСР повешаешь СС у нас на друида, получается четвертая пати, кекс. Бьем Алгара. Милики, смотрим внимательно. У него каст. Вихрь, не подходим, милики. Милики, не подходим, он кастует. Алло, смотрите внимательно. Можешь поднять кого? Ну, успокойся, рывок, я не надо. Не надо, не надо. По привычке. Не ПВП, друг. Петра, дай, да? Бросал БР. Ой, не БР, а этот, Инар. Конечно, берите. Поднимать никого не надо. Поднимаем только по команде. Петра как КД от КД пропадет на БР плюс поставишь в чат. Следующий босс. Все прописали у тебя слэш рейндж 10. Между каждым РДДшником и хилом. Между РДДшником и хилом должен быть рейндж. Ух ты, какой молоточек синий. Когда ты за него, блядь, 15к отдал. Так, в общем, мы разделяем, получается, в 4 отдела по кругу, если эти 4 радиуса. Самый дальний радиус, то есть около стеночек, там, получается, такие камушки есть, там стоят у нас только ханты, и все. Ну и кому поздравляют рейнджа, это маги некоторые. 10, рейндж 10, еще раз повторяю, рейндж 10 поднимите, павших. А дальше у нас идет второй круг. Второй круг – это РДДшники. Стоят РДДшники просто и убегают тупо от камней. Это третий, точнее, круг. А второй будет, это у нас хилы. Хилы у нас стоят между мили-зоной и РДД-зоной. Также по кругу. Заебейтесь. Милики тоже, так как фрейм босса очень большой, наберите минимальный рейндж между собой. Для у нас миликов много, и это будет проблематично сделать. Нормально все будет. А когда у нас будет кат, все отбегаем к стеночке.
повтори мне, на кексика надо это, СС. Да. А еще раз, так, а ДБМа нет на это? Агрозу берите, танки агрозу берите. Так, пока приста баф, инту, лапы раздаем. Паладины, как назначил, тоже раздают бафы. Время не теряем. Так, делаем наоборот, вообще паладина мы оставляем в танке, а в ДД у нас пекается вар, диадарка. Паладин у нас будет НТ, ОТ будет друид. Слушай, там что-то ждет прям пиздец. Диадарка, еще раз повторяю, ты спекаешься у нас, получается, в ДДТ. Стоим, не заходим, стоим. Теперь пул ребаф отдаем. Смотрите, еще раз показываю. Вот видите камушки вдоль. Вот хант молодец, ты там и стоишь за этим камнем. Кому еще рейндж позволяет, все прячутся вот за эти камушки, которые стоят самые дальние. Второй круг, это идет у нас РДДшники. Рейндж написали 10 и всегда держим между друг другом рейндж 10. А третий круг, это у нас идут хилы. Они уже идут между мили-зоной, получается, между боссом и между РДДшником. И четвертый круг, соответственно, это у нас милики. Тоже набирают рейндж, стоят вокруг босса. Все, идет кас, все разбегаемся, на 3 секунды нас станет и погнали. Господи. Блядь, курс команды, половина, все здесь? Танк, Агри. Давай. Агри, дай в центр, танк, выводи в центр. На пул сделали на половина, апофеоз, третья пати. Рейндж сразу же набрали. Агро. Держи. Надо стопать мне. Пей. Побежали. Отбежали. Рейндж взяли 10. Кто ко мне пришел, блядь? Прохил. Им на хп дай. А, все нормально, не надо, не давай. Говорю, гимн на хп дает Нирель, сразу же, понятно? Вот после следующего каста Нирель дает у нас гимн на хп. Идем. Рейндж держим. Роль только фастом, ладно? Это не я буду ролить. Понял. Если на вас падают камушки, просто отходите. Нужно стоять и получать ДПС. Тайвей, щиток на себя, гимн на ману пропой.
бюро. Так, киллы по мане восстановились, игру держим. Разбежались все от босса. Рэндж. Гим на хп сейчас, не рэли. Сразу же. А, все нормально, не надо, забей. А я уже врубил. А, ну все, ну просто красавцы. Так, на будущее там и в героике, говорят, пригождается. Понимаете? Бьем. Также в джинже стоим. На будущее всегда запомните только то, что у вас будут вот эти четыре круга, как бы, и вы стоите. И вы распределяете по своему кругу ханты, ну, далекие ДДшники, РДДшники, точнее. Самые жопи стоят, за камушки прячутся, то есть сохраняем ДПС, максимум урона. Ну, это обычка, тут вообще изи. Это гиро. Так, сейчас сразу же, потом шатрат и летим. Словка есть, поезд ставит. А, и плюсики в чат поставьте, кто уже стоял у нас, получается, на кейсах. Ну, который прожимает на кубах. Кто уже стоял, кто хочет постоять. Плюс в чат. Ой, Мелькор, чё-то урсанул. Крас, еще. После босса, вот. Не, можете во время ставить, то есть так добиваем. Все, красавцы, порт, шатрат, сразу же тпшимся, летим, паладина у нас... Да, кто ли у нас... Поднимите, что ли, а? Люди добрые. Как если так умер? Время, если все умирают. О, спасибо. Да я что-то поздно заметил, что он опять развернулся и начал мне пиздить. Чуть не поймать. Вообще столько народу сразу подевало. Возьмите рога нашего. Двоих я выкинул. Ну пусть рога он отпишет тогда. Он хотел на магика. А что, и магик не нужен был? Не, я говорю...